Накануне Дня независимости, который казахстанцы отметили 24-й раз во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова, состоялся красивый и торжественный праздник. В нем приняли участие руководители столичных учреждений дополнительного образования, завучи по воспитательной работе городских школ и лицеев, представители Министерства образования и науки Республики Казахстан и Управления образования Астаны, дети, родители, детские творческие коллективы. Хозяева постарались достойно встретить гостей, украсив сцену концертного зала и подготовив яркую праздничную программу. Ее открыл ансамбль «Шашу», исполнивший казахский народный танец. Главная цель этого мероприятия – поощрение завучей тех школ, которые активно и плодотворно сотрудничают с Дворцом школьников имени Махамбета Утемисова. Подобная церемония проводилась впервые и стала приятным сюрпризом для педагогической общественности. А юные участники концерта блеснули перед слушателями своим талантом и исполнительским мастерством. Бикарыс Байбуринов из школы номер 64 проникновенно исполнил песню «Жеременем». Солисты ансамбля танца «Байтерек» постарались передать в казахском танце и национальный колорит, и особую танцевальную эстетику Евразии. Церемонию награждения открыл заместитель начальника управления образования города Астаны Касымхан Сенгазиев. В этом году мы увеличили охват детей дополнительного образования. Я хочу всех поздравить с нашим главным праздником, праздником Днем независимости. Разрешите приступить к награждениям. Мәкімін оқымай қойым, бірақ бұл жерде Астана қаласын білім басқармасын басшысы Елмира Мангелдіғызы өзінің жылы лебіздерімен алғысын білдіруде. Аманова Айгүл Айтжанова. Қазыбаева Ұлжан Серікқызы. Омашева Ғалия Молдатай. Сематова Орта Бақытқызы. Өшкінбаева Мақтуза Бүкенқызы. Ақпазова Дәйля Сағызы. Айнақұлова Гүлзат Кенбаева. Найманбаева Жұлдыз Балғабайқызы. Лучшие дамбристы школ города составили замечательный квартет «Блистательно», исполнивший знаменитые казахские кюи. За высокие показатели участия в городских мероприятиях почетные грамоты педагогам вручила директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования
Раиса Шер. Я рада приветствовать вас здесь, в этом таком теплом, роскошном, торжественном зале. Я желаю вам крепкого здоровья, я желаю вам оптимизма. Ну, а самое главное, я желаю вам божественной любви. Ну, а сейчас давайте... Балалары Дзюба Оксана Владимировна фестиваль байқауларындағы жетістіктері номинациясы бойынша марапатталады. Құрмет грамотасы осы мәтінде нөмір 67-ші гимназия Оналбаева Гүлнәр Беркебаевнаға осындай мәтінмен құрмет грамотасы нөмір 24-ші мектеп лицейі Қазыбаева Ұлжалға Серік қызына беріледі. Осындай мәтінмен құрмет грамотасы нөмір 52-ші мектеп гимназиясы Аппазова Лайла Сағи қызына беріледі. Құрмет грамотасы осы мәтінмен нөмір 51-ші мектеп гимназия Исмаил Галия Қыдырбай қызына. Осындай мәтінмен нөмір 48-ші мектеп лицей Нұрғалиева Сырғагүл Сайлаубек қызына беріледі. Осындай мәтінмен құрмет грамотасы нөмірі 38-ші мектеп лицей Нұрпейісова Ләззат Жақыповнаға беріледі. Осындай мәтінмен құрмет грамотасы нөмірі 22-ші мектеп гимназиясы Нұрғалиева Алтынай Галиевнаға беріледі. Осындай мәтінмен құрмет грамотасы нөмірі 8-ші орта мектеп Айжарықова Гүлжазира Тұрсынбек қызына беріледі. Нежный и лиричный вальс в исполнении солистов ансамбля бального танца «Созвездие» покорил сердца зрителей и подарил им отличное настроение. Директор Дворца школьников Вадим Моторин, инициатор проведения этого мероприятия, отметил лучших в номинации за активное участие в городских фестивалях и конкурсах. Уважаемые коллеги, хочу вас поздравить с канун праздника Дня независимости Республики Казахстан. Пожелать вам здоровья, любви, благополучия, чтобы в ваших семьях, в ваших родных и близких было все хорошо и здорово. Дворец школьников всегда открыт для вас, для ваших детей. Мы вас ждем, любим. Владимир Васильевич выразил огромную благодарность гостям праздника и уверенность в дальнейшем тесном сотрудничестве дворца и столичной педагогической общественности. Солистка вокальной эстрадной студии «Звездный час» Дильнура Биржанова обладает сильным, красивым голосом. Слушая ее, понимаешь, что финалистка проектов «Аяган Астана» и «Детский Тюрквижн» юная певица стала не случайно.
«Танец с веерами» в исполнении танцевального ансамбля корейского этнокультурного объединения – это совершенно другая культурная эстетика. Но многонациональному Казахстану к этому не привыкать. Содружество разных народов рождает сплав особой поликультурной среды. На сцене директор научно-практического центра Астана-Дарын Майра Курманбаева. И пожелать вам крепкого здоровья, счастья и, самое главное, любви. Она поздравила победителей в номинации за активное участие в городских мероприятиях государственных и народных праздников. Дамет Махмет қызы марапатталады. Құрмет грамотасы нөмір 37-ші орта мектеп Кашкумбаева Мапруза Үкеновна марапатталады. Лауреат республиканских конкурсов, солист вокальной студии «Юность Астаны» Адилет Майлинов подарил зрителям одну из лучших песен своего репертуара. Руководитель научно-исследовательского центра Музея первого президента Назира Мусина вручила грамоты в пятой номинации. Музей первого президента, так же, как и вы, участвует в патриотическом воспитании подрастающего поколения и практически сотрудничает со всеми учебными заведениями нашей столицы. Надеюсь, что будущий год, год юбилейный, 25-летней независимости нашей республики, порадует всех нас новыми проектами. Грамот были удостоены лучшие в номинации за активное участие в выставочной и научно-методической работе. Зажигательный венгерский танец в исполнении солистов ансамбля «Байтерек» завершил эту часть программы. Директор Дворца школьников Вадим Матурин вручил награды школам-победителям конкурса «Астана. Город без наркотиков». Школа номер 51 заняла третье место и получила сертификат
на 20 тысяч тенге. Школа номер 51. Второе место и сертификат на 35 тысяч. Школа номер 8. Первое место и сертификат на 50 тысяч тенге. Отличная идея и замечательный праздник. Десятки организаторов внеклассной работы впервые персонально были отмечены за свой нелегкий труд. Завершающим аккордом торжественного мероприятия стала песня «Атамекен» в исполнении Дании Ишанкуловой.